Цените качественные бренды? Все бренды ушли в Мегахенд. Одежда и обувь европейского качества. Каждые 3 недели скидка до 90% и полное обновление товара. Ищите магазины в вашем городе. Адреса магазинов на сайте mhand.ru. Господа, леди и джентльмены, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, это Чилл. Меня зовут Артем Дмитриев, прошла ровно неделя с того момента, как мы слышались в последний раз. Выпуск Deep совершенно покорил ваши сердца. Чарты об этом свидетельствуют. Мы снова номер один в Беларуси и в России. Чилл – самый популярный подкаст в этих государствах. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Apple и Google. Помимо этого, мы выходим в 141 городе 3 государств, и мой пламенный привет летит по проводам во все города вещания Chill. Сегодня, спросишь ты меня, и я тебе отвечу: будем наслаждаться. Такова наша судьба этим июньским днем. Впереди июль, август и настоящее лето. А это значит, светит солнце. А это значит, жара. Если ты еще не почувствовал воздействие солнца, я приглашаю тебя в потрясающее, искрящееся музыкальное путешествие. Сегодня вот такое. I like it better when we're intertwined.
По-настоящему расслабляет, заставляет улыбаться во все 32 зуба, заставляет чувствовать энергию жизни. Я счастлив разделить эту музыку с тобой и приглашаю тебя во все социальные сети, чтобы разделить все остальное. Ведь я перемещаюсь из города в город и ищу чил и иногда тебя. Miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more. There's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. For the ghost of you, I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Когда много лет назад я задумывал музыкальную программу «Chill», я основывался на своих детских впечатлениях.
Помню, как я лежал поздним-поздним вечером и слушал подобную музыку, и жизнь моя чувствовалась чуть лучше, чем она есть. Июньское счастье. Твоему вниманию. Like a minor on yellow freebie meets with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking cigarette. I'm serving bricks, somebody. For the bitch, catch a Charlie. Ooh. Gucci flip flops and joggers. Ooh. In the whip on a Tuesday night with the music high, and you by my side. Side. Top down, and the moon is high, and the mood is right, and you by my side. Electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah. Yeah. Feeling fly tonight, yeah, yeah. Gone with the motherfucking vibe, yeah. It's going down tonight. Представь, что в этот самый момент мимо меня проплывают другие города. Я вижу деревья, я вижу озера, я вижу берега рек, омываемые этими реками. Я вижу яркое солнце, и в конце концов я вижу и встречаю тебя. Совсем недавно я вернулся из города Ульяновск. Это такой достаточно крупный городок в России, лежащий на берегу реки Волга. Там я встречался с отличными ребятами, которые слушают чил. И это лишний раз доказывает, что ты и я, мы в прекрасной компании и слушаем потрясающую музыку, пожалуй, самую красивую музыку на свете. I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you getting turned every night. Again, your girls ain't shit trying to get me off your mind. The same ones who be hitting on my line. They're not your friends. I need you to know that we ain't ever gonna go back. This time it got so bad. It's best for me, it's best for you. I need you to know that. Try to love you but I force that. All signs we ignore that. And it's not the same. Cause it's over now. Oh yeah. Don't get too confused and it's over now. Oh yeah. Now coming back around. And it's over now. So I take this just to forget you. I don't regret those memories. And I swear I'm not trying to test. I wish you the best, but all I can lead. But you always need that attention. Feeding the past while we don't speak. But we're both with somebody else, so please stop calling me. I need you to know that we ain't never gonna go back.
Я с тобой согласен в одном. Вокруг полно музыки. Хороший, плохой, мелодичный, не очень. Разнообразных стилей. И дотянуться до нее легче легкого. Однако чилл — это нечто большее. Это то самое чувство, когда ты сидишь на берегу океана и смотришь вдаль. Это то самое чувство, когда ты выпил немного шампанского и тебе просто хорошо. Это то самое чувство, когда, обнявшись со своим близким человеком, вы разделяете этот мир и радуетесь тому, что вы живы. Это то самое чувство, когда ты расслаблен, когда музыка струится сквозь тебя, а ветер бередит твои волосы. Это то самое чувство, которое мы называем a chance to try. How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong, all I see is you. It's you. Честно говоря, нравится жить в сегодняшнем времени. В достатке всего. И когда люди говорят лично мне, что кому-то чего-то не хватает, мне хочется улыбнуться. Ребята, у нас все есть и даже больше. В конце концов, нам нужно немного еды, немного воды, в избытке воздуха и солнца. И все это у нас есть. А бонусом я дарю тебе эту музыку. Потрясающую музыку, рожденную на разных концах планеты. И я тебе дарю свой голос. Пусть он стабилизирует тебя, когда на секунду тебе показалось, что чего-то не хватает. Это Chill. 16 лет в эфире. Меня зовут Артем Дмитриев. Say goodbye. Yeah, I know I should say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong, all I see is you. Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Там, помимо всего прочего, мы изготавливаем особые услуги для особых задач, музыкальные поздравления. Приглашаю тебя ознакомиться с этим уникальным форматом подарков на официальном сайте студии artdmitriev.ru.
музыкальные поздравления. Действительно небанальный подарок для тех, кому нужны небанальные подарки. Приглашаю. Дует, река течет. А что касается тебя, что делаешь ты? Улыбаешься или грустишь? Тревожишься или совершенно спокоен? Да-да, ты. Расслабься, это чил. Say
вот ровно так мы и находим чил. Просто нужно немного хорошей музыки, немного правильных мыслей, немного улыбки, немного грусти, немного взгляда вдаль, немного леса, немного воды и много-много солнца. Этим июньским днем я поздравляю тебя с тем, что ты живешь. Живешь на самой прекрасной планете из всех ныне доступных нам. Земля, чил, ты и я. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, yeah, every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. Еще одна хорошая новость для тебя сегодня, что мы единственные на планете, кто распознает эти странные звуки и обозначает их музыкой. Например, животные не считают это чем-то гармоничным и приятным. Кошкам вообще все равно. Остальные животные не в курсе, что мы наслаждаемся этими звуками и покрываемся мурашками от удовольствия. Нам с тобой это доступно. Представляешь, как это замечательно? Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Для тебя и меня. I've never been to Paris in the spring. I've never seen raindrops on your skin. But if there's a place where love could swim, I know the name of the river. I've never been to Paris in the spring. I've never seen what everyone else has seen. But I can see your faces in my dreams. They're staring back from the river. Ты можешь слышать, проект «Чил» теперь многосоставной. В последнее время мы встречаемся с тобой даже на Ютьюбе. Там я говорю о психологии. Здесь только музыка. А в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма я говорю о многом. В том числе о том, как лучше проживать эту жизнь и как чувствовать себя по-настоящему живым.
Приглашение ли это подписаться на меня во всех социальных сетях? Скорее да, чем нет. Но выбор за тобой. Характерно, все подобные выпуски можно найти в полном архиве программы за 16 лет существования. Как? Для этого нужно зайти на официальный сайт chillrussia.ru, рубрика «Архив». 16 лет, представляешь, сколько прекрасной музыки мы послушали. Осталось и тебе прикоснуться к этому богатству. chillrussia.ru – официальный сайт и полный архив программы. Приходи! Действительно хорошо в музыкальной программе Chill, так это то, что вам ничего не нужно делать. Нажми на play, и оно звучит. Еще действительно меня умиляет тот факт, что музыка — это заряд эмоций. Я слушаю, и мне становится хорошо. И это странно, потому что музыка — это звуковые вибрации, которые касаются моих барабанных перепонок. И, казалось бы, ничто не предвещает удовольствия. Однако мировая музыкальная индустрия подтвердила свой статус глобального правительства. Мне нравится так думать, что нашим миром управляют не только политически заряженные граждане, а и те, кто голосует за любовь, удовольствие и музыку. Это Chill. Мы с тобой в первом ряду. Yourself.
сегодняшний выпуск я назвал «Июньское счастье». Почему? Просто потому, что в июне, в июле, да и вообще летом я наиболее счастлив. Возможно, это происходит от избытка витамина D внутри меня, возможно, от фруктов, которые повсеместно продаются, а может быть, когда вокруг зелено, когда все благоухает и цветет, когда ароматы и запахи проникают в меня 24/7, возможно, это и называется счастье. Просто тепло, уютно и хорошо. Это и есть настоящий технологии позволяют нам общаться. Некоторые считают, что это суррогат общения, и всякие там лайки, комментарии не отражают настоящей картины. И где-то я присоединяюсь к этим мыслям. Однако, как-то же надо начинать. Например, с лайка и комментария. Ты напишешь мне «Здравствуй», я отвечу тебе «Привет», ты поставишь мне лайк, я отвечу взаимностью. И вот уже дорога в общение началась. Это чил. Подписывайся. Меня зовут Артем Дмитриев, я автор и ведущий музыкальной программы «Чилл». Как раз 16 лет, и я 100 раз говорил, что такое разнообразие музыкального материала, представленное внутри проекта, обусловлено тем, что я, как и ты, испытываю разные-разные чувства и эмоции. И я каждую неделю ищу соответствие музыке моему настроению.
Да, вот так, просто потому, что мы с тобой похожи. Я знаю, что найдя тот самый мотив моим внутренним переживаниям, в какой-то степени я отражу и твой мир. И это приятно. Казалось бы, мы похожи, как две капли воды. Мы — люди. Однако именно за счет этого мы можем объединяться и чувствовать себя не такими одинокими в этом чрезвычайно большом и безумном мире. Сегодня тот самый момент, когда самая радостная, позитивная, оптимистичная, энергичная музыка сконцентрированно присутствует в часовой музыкальной подборке. Поверь, найти эти треки не так, чтобы просто. Представь, из десятков тысяч композиций отобрать эти. Те, которые заряжают. Те, которые призывают к жизни. Те, которые, минуя депрессию, понесут нас вверх. К небесам, к солнцу и прямо в космос. Kill. If I have to go, please don't tell me when. Need a little more time, I hope you understand. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So, starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be there? Keep me afloat, keep me afloat. To the end of time, make me feel safe. Oh, I just need you next to me. Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. Keep me afloat, keep me afloat. I see you through the clouds, I feel you when it rains. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair.
I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So, starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be there? Keep me afloat, keep me afloat. To the end of time, make me feel safe. Just need you next to me. Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. Конечно, во всем этом нам не хватает личной встречи. И периодически эти встречи случаются. Полгода назад мы встречались в Москве на большой чилл-встрече. Настоящая, живая. Там, где можно было со мной пообщаться, увидеть меня и даже потрогать. Вообще, я голосую за чилл-встречи. Если тебе нравится сама идея и возможность увидеть меня в реальности, поговорить о том о сём, поделиться своими соображениями об устройстве этого мира, дай мне знать. Напиши мне «Я хочу чилл-встречу». И, возможно, совсем скоро мы ее запланируем. Remember the feeling of my fingertips on your skin, and the way that our kisses taste sweeter after drinking, and the way that I rage into your love while you breathe me in, just so you can fill me with you even when I'm not around. Don't forget my love. Ютуба до ТикТока Chill есть везде. Есть он и в подкастах, и на официальном сайте chillrussia.ru. В последнее время мы зашли на YouTube, и там мы тоже есть. Представляешь, столько хороших новостей в одном предложении. Почему бы не улыбнуться? Ведь главное то, что мы имеем, а не то, чего у нас нет. А в сущности есть у нас очень и очень много. Этот подарок под названием «Жизнь» нам предоставлен просто так, безвозмездно. Живи, дыши, открывай для себя этот мир, пускай иногда в нем непросто. Но часто светит солнце, и природа обнимает тебя, и музыка для тебя, и я, Артем Дмитриев, тоже сейчас для тебя. Представляешь, сколько хороших новостей. Это Chill.
Нам осталась рубрика «Классика», а затем мы расстанемся по традиции спустя неделю. Но если тебе нравится контакт со мной, приходи в социальные сети. Я там. Для тебя, а для меня этот час пролетел незаметно. Может быть, потому что музыка, которую я сегодня подобрал, заставляет немного ускоряться. Не знаю. Как ты себя чувствуешь спустя этот час? Мне интересно. Итак, традиционная рубрика «Классика», которая случается с нами в конце, здесь сегодня группа Queen. Песня «You Don't Fool Me». Кто не знает, группа Queen — это легенда музыки, зародившаяся в 70-х годах прошлого столетия и буквально перевернувшая мировую музыкальную культуру. Группа Queen сегодня в рубрике «Классика» музыкальной программы «Chill» — «You Don't Fool Me». Ну а мы услышимся спустя неделю. Пока! Цените качественные бренды? Все бренды ушли в Мегахенд. Одежда и обувь европейского качества. Каждые три недели скидка до 90% и полное обновление товара. Ищите магазины в вашем городе. Адреса магазинов на сайте mhand.ru. You don't fool me. You don't fool me.
done fooled me. You 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 done fooled me. Солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил.
пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.